Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. Открываем колоду. Бесплатно, естественно. Так, выпадает нам мутагеноид собственной персоны. Так, дальше. Здесь награду забрали. И пройти серию испытаний. Побежали, короче. Так, возьму, наверное, здесь Ваньку Армагона. Возьму Донателло, Зека и, наверное, Леонардо. Мне главное, чтобы Зек здесь не упал. У него слишком мало здоровья, поэтому надо... Ты посмотри, посмотри, что он делает. Он сразу же начинает атаковать именно Зека, никого... Да хорош, я сказал вам, а? Вот оно, спасение. Вот для чего мне здесь нужен был Леонардо. Чтобы он успел захилять. И он успел. Красавчик. Так, ну что, давай, наверное, сюрики закидаем. Блин, и никто не упал. Ну-ка, бомбочка. И тут, наверное, надо нам в первую очередь Шредера, потому что он может успеть захилять. Ну, я не буду здесь тратить супер удар. Я и так их смогу забомбить. Ну, Ваня, давай, прописывай. Отлично. Ну что, друзья, серия испытаний пройдена. Нам остается только лишь поискать предметы. И что там еще нам надо сделать? Поискать предметы и, конечно же, поднять уровень персонажа. Будем прокачивать маузеров. Потому что мы с тобой прокачали вчера Слэша по полной программе. И, как я обещал, будем уже качать наших кроликов. Так, что нам нужно? Нам нужно найти, во-первых, кроликов и посмотреть, что у них еще не прокачано. Точнее, что нам нужно для того, чтобы прокачать. Четыре кружки всего лишь-то. Ну-ка давай, одна есть. Вот она и вторая. Вот и третья, и последнюю, будьте добры. Все, ребята, прокачиваем до четвертой. Не хватает. Как так-то? Какого лешего не хватает мне? Ё-моё, ребят. Что будем делать? Наверное, пойдем тогда на арену. Так, испытания. Испытания я пока не хочу. Да, нам придется бежать на арену с тобой. Смотри-ка, все-таки скинули до Лиги Мастеров две звезды. Но это, ребята, ерунда, потому что там буквально один поединок. И мы обратно заберемся в наше теплое укромное местечко. А точнее, в Лигу Мастеров три звезды. Как думаешь, вот этого вот хватит? То, что я сейчас взял Зека вместе с Армагоном, для того, чтобы не потерять у нас ни одного бойца. Вопрос. Не забывай, что Сплинтер контратакует. Ну-ка, давай, Армагон, не подведи, родной. Сделай все по красоте. И он делает. Да, ребята, он делает, и я этому очень рад. Кстати, персонажи мои тоже этому очень рады. Ну что же, я думаю, сегодня, друзья, мы возьмем с вами топчик. Да-да, именно на это я сегодня и претендую. Правда, у меня очень мало откатов. Очень мало откатов. Так, кто-то из подписчиков сказал: Рэй, зря ты критикуешь Джастина. На сотом уровне он будет не хуже, чем кто-либо. Ты, говорит, прокачай его и посмотришь, будет ли какой-то эффект. Возможно, друзья, я не буду спорить, что на сотке все абсолютно меняется в лучшую сторону. Те персонажи, которые были никем, сразу становится кем-то. То есть, может быть. Но Джастин меня раздражает не только своей атакой, а своей никчемной инициативой. Ой, что я сделал? Ё-моё, я хотел... Нет! Какого лешего я хотел взять провокацию твою налево? Ну что, ребят, придется, наверное, провокацию брать на кожеголового. Кстати, он с броней. Слушай, ну это шикарно, смотри. А это-то что делать? Только не ускорение, ага, комочек. Блин, броню сбили. А этот усиливает команду-то. Так, что же нам сделать? Блин, усиленная команда. Даже не знаю, ребят, давайте плевок, наверное, сделаем. Бесполезный, так сказать. Так, ну провокацию на этого брать вообще не стоит. Давай пробуем тарануть его. Ну, молот кинь хотя бы, я не знаю. Да что же это такое-то? Что это, друзья мои, за урон, а?
Ну, кожа головы-то понятно, он выстоит. Давай-ка сделаем, наверное, вот так вот. Ай-яй-яй, никого не уронили. Твою-то дивизию. Ну все, ребята. Даже уклонение, ну, не помогло, потому что там слишком слабые были бойцы. Ты посмотри, что они делают. Ну, ну что вот это, ну как тут бороться с этим, а? А надо было морозильную кошку еще выносить, потому что она сейчас успеет захилять. Вот такое у меня есть ощущение. Ну-ка. Ну, может быть, не успеет, но зато сейчас всех тут разнесут. Хотя, ты знаешь, кожеголового и Микеланджело не так легко пронять теперь. Угу. Вдвоем они выжили, молодцы. Ну, ребята, был, конечно, неоправданный риск. Я, видишь, я не увидел, что у нас тут хил. Мы с тобой хил потратили в самом начале. Я хотел поставить уклонение, а влепил хил. Вот и все. Но даже если бы я не влепил, мне кажется, вряд ли бы я здесь, конечно, смог бы с ними разобраться. Слишком переборщил я. Слишком, как тебе сказать, был, наверное, слишком уверен, что кожеголовый сможет их всех пробить. А по факту вышло, что нет. И всего лишь две ступеньки мы с тобой пролетели. Так, Бакстер плюс Рафаэль. Бакстер плюс Рафаэль. И возьмем, наверное, вот так вот. В чем здесь принцип, ребята? Здесь принцип у нас на, на Рафаэля идет. Большая, как говорится. Угу. Так, провокацию я пока не буду здесь брать. Давай-ка щелкнем разок. Плюс крик души от карайки змеи. Замедляха только на Макмана сработала. Я надеюсь, он не будет применять торнадо, а то иначе будет, ребят, нам очень-очень плохо. Так, давай, наверное, Донателло дорубим, чтобы он здесь не выпендривался. Так, зря ты это, парень, делаешь. Вот меня Макман интересует. Ага, вот. Все-таки пошел просто бомбить. Он не стал, ребят, применять здесь массовую атаку. Тогда вырубаем, наверное, Донателло. Серьезно? Я думал, что ты его сможешь добить. Нифига, ребят, не получилось. Так, минус Макман. Ну и остается у нас Донни оригинал, который тут начинает прыгать. И, соответственно, его сейчас Раф добьет. Но в этой команде это понятно. Здесь зарешал, можно сказать, все Рафаэль. Ну и Бакстер Стокман, конечно же, немножко тут помог своей волной. 76-я позиция. Так. Ну давай, наверное, возьмем вот эту вот команду. Ваня плюс Донни. Ванька плюс Донни. И ко всему прочему, наверное, возьмем вот этих великолепных троих бойцов. Великолепных, кожеголовой этот Джастин и Железноголовый. Великолепные бойцы. Ну понятно, понятно, этот маленький засых начинает тут прыгать. Да куда ты-то лезешь еще, твою налево, блин, ну нифига. Че они там броню, они везде броню понавесили. Зашибись. Ну, давай, сюрики. Фиг с ним. Ага. Выкурил. Так, вырубаем Донни, чтобы никаких хилов здесь не было. Твоя защита здесь уже, Крис, не поможет. Ну, конечно же, он начинает делать массовую атаку. Блин, ребят, мне не нравится, что у нас... Не надо... Твою-то, блин, паршивец, ну что... Крис, блин, взял просто и отдуплился. Да, паршиво. Что я могу еще сказать? Ладно, все, давай берем... Все под контроль. Так, Макмен плюс Крэнк. У меня тут бойцов еще немерено, которых нужно отыграть. Три отката всего я имею. Тей! И как мне тут интересно раскручивать всю эту ситуевину? Объясни-ка мне, пожалуйста, на милость. Так, Крэнк, давай без дурака. Хорошо. Кого он там собрался атаковать? Да чтоб тебя. Ну, торнадо мусорное. Все. Здесь нормально у нас получилось. Никого не потеряли, хотя Рокстеди мог бы и упасть, честно говоря. Но он выжил. За что ему огромное спасибо. 56-я позиция, ребята. И берем вот эту вот команду. Леонардо плюс Усаги. Два самурая.
Слушай, ну Леонардо, он же не самурай. Если Усаги у нас самурай, то Леонардо нет. Он просто у нас боец, имеющий два меча в наличии. А этот именно с катанами, ребята. Истинный самурай. Так, постепенка. Да, в принципе, все. Тут какая тут постепенка? Сейчас они будут все спать. Замечательно. Просто великолепно. Так, ну что, продвигаемся дальше. Занимаем с тобой 45-ю позицию. И здесь Фагнер. Давай возьмем Наруто. Как помнишь, у меня на картинке была такая, что черепашка победила Наруто. Мне потом в комментариях. Я не согласен с этим скриншотом. Наруто бы закопал черепашек. Возможно, ребята, но это же просто сделано для прикола. Понимаешь? А так бы я бы хотел, конечно, посмотреть поединок, например, Наруто и черепашек. Или, например, того же самого Блинча. Как бы там это все выглядело бы. Ну, понимаешь, у тех-то понятно, ребят, магические способности все-таки. У черепашек, у наших нет никаких абсолютно магических способностей. У них истинная физуха только, и все. Понимаешь? У них нету никаких супер-супер прям таких способностей. Ну, не считая, конечно, Донателло, который может, помимо того, что драться своим посохом, бо, он может еще всякие коварные штучки делать. Там робот какому-нибудь там подкинуть или еще что-нибудь в этом роде. И все. А Леонардо, нет у него ничего такого супер-пуперского. Так что бой был бы, ну, наверное, сказать честно, несправедливым и нечестным вообще. Хотя это честно мое, ребята, мнение. Я не знаю, как вы. Если бы Наруто, например, дрался бы против четырех черепашек из Сплинтера, вот тут бы, я не знаю, тут надо было бы посмотреть, кто кого. Ну, тогда получается с нашей стороны нечестно, да? Четверо, даже пятеро против одного, как бы несправедливо. Так, ну что, 26-я позиция. Так, ну давай. Или тот же самый, ребята, этот, как его там? Как он называется-то? Пай. Ну, этот, соломенная шляпа, ты понял, да, о ком я говорю? Вот он бы, наверное, тоже, ребята, смог бы вырубить. Один, всех. У него там, ё-моё, он резиновый, блин, человечек, который бомбит не по-детски. Там у него атаки такие, что мама не горюй. Так, ладно, давай попробуем Армагоном. Сейчас у нас инициатива, ребята, здесь. Ох, как славненько. Да ладно, Паукус, Малорик. Красавчик, Рокула ушатали. Ну давай, крысиный король, все в твоих руках. У тебя рожа, кстати, зеленая, как и у этого, у Джим Керри из фильма «Маска», ё-моё, такая же харя. Я только сейчас на это почему-то обратил внимание. Слушай, ну 18-я позиция, нам не хватает совсем капельку. Кстати, я должен кое-что в магазине приобрести. Вот они, мои сладенькие. Так, откатики. И посмотреть, наверное, рекламу, чтобы получить 10, друзья мои, откатов. Иначе я не получу топчик сегодня. Ну что же, забрали с тобой два последних отката. То есть хватит нам на 5 поединков. И я думаю, что нам это за глаза, чтобы мы перешли с тобой в топ. Так, ну что, я возьму Армагона, возьму, наверное, Кренга. И наших мелких. Раз, два, три. Отлично. Ну что, будем живы, не помрем, как говорится. Так, Эйприл, Карайка. Карайка, ё-моё, офигеть. Офигеть, ребят, со своей инициативой начинает. На 79 уровне они вообще как топчики, просто как топчики. Добивай, Крэнк. Просто, без какой-то там жалости, просто тюх, и все. Как так-то? Это еще хорошо, я удивлен, ребята, что Кирби выжил, несмотря на то, что он слабенький. Карайка его хотела там пощекотать, но он выжил. Он выжил, молодец. Ну что, последний поединок я возьму, наверное, Леонардо и Супер Шреддера. В принципе, больше здесь брать никого и не нужно, потому что нам все равно, ребят, предстоит последний поединок отыграть. И все. Ну, давай
пошли. Так, сегодня можно будет пофармить, кстати, чуть-чуть, потому что мы с тобой купили телепорты. Я не вижу никаких, ребята, для нас преград, чтобы этого не делать. Ну, да, друзья, давно этого не было. Этого сладкого, славного слова «топчик». Ну что, мы пойдем дальше сражаться в боях. Так, вначале мы, конечно же, прокачаем маузером. Так, а где они у меня? Куда они спрятались? Так, погоди. Вот они. Маузером прокачаем улучшение. Вот таким вот образом. Это уже четвертая ступень. Ну что, пошли искать. Нам нужно найти джойстики эти. Геймпады. 6 штук. Пока выпадает только одни джои. А нам нужен геймпад. Да ладно, ты серьезно? Один, только один? Ну, второй. Так, 2, 3. Так, а нам нужно 6, да? 4. Ну, 4. 5 и последний. Будьте добры, последний мне геймпад. Не то. Все, у меня пицца закончилась с этими геймпадами. Ладно. Так, поднять уровень персонажа. А на кроликов хватит, чтобы их левелапнуть? Так куда ты, что ты делаешь? Навыки, да, хватит нам. Ребят, 61 уровень не получает. Мы здесь забираем наши награды. И пойду-ка я, наверное, пофармлю. Так, жетоны. Ну ты понял, да, что я хочу нафармить себе? Так, снаряжение, мощь. Вот эта штука мне нужна. Так, доллары. Ты серьезно? Ты издеваешься? Ты даже мне не... Ты все мне дал, кроме вот этого. Зашибись, ребят. Просто такой плевок в душу. Он все, что хочешь, дал. Но вот то, что мне нужно, он как раз и не дал. О, смотри, мы уже с тобой тут еще награду получили. 150 баксов, 36 монет. Так, в магазине я хотел глянуть. Так, предметы. Ну что, нам нужно, ребята, еще вот столько. Сколько у нас? 190, да? Это получается, нам нужно 300... Сколько? 340. 340 жетонов, и мы с тобой прокачаем его до 57 уровня. Ну, не 57 уровня, а 57 ДНК у него будет. Кстати, у него сейчас абсолютно одинаково, что у нас у Рокова 54, что здесь 54. Угу. Замечательно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.